струны Руси зазвучат в Сочи. Ярославский муниципальный оркестр русских народных инструментов выступит на Паралимпийских играх. Музыканты дадут 3 концерта в середине марта на открытой площадке с подогреваемой сценой. Сейчас оркестр оформляет необходимые документы и уточняет программу. Струнам Руси 45 лет. Они активно гастролируют. Выступить удалось в Финляндии, Швеции, Италии, Германии, США.